13 января прошла открытая сессия Совета Смоленского сельского поселения. В ней приняли участие глава Северского района Адам Джарим, его заместители, депутаты и жители поселения. Главными вопросами 2020 года стали газификация станицы Крепостной, капитальный ремонт дороги по улице Максима Горького станицы Смоленской, замена ветхих водопроводных и канализационных сетей, работы по замене опор линий электропередач. С докладом о проделанной работе за год и планах на 2021 год выступил глава поселения Сергей Безуглов. Направлением социально-экономического развития поселения является решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов и территории поселения. Главными задачами в работе администрации поселения остается исполнение полномочий в соответствии с 131 федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, уставом поселения и другими федеральными и краевыми актами. Также жители поселения обратились к Адаму Джариму с вопросами бесперебойного электроснабжения и отсутствия детских спортивных площадок в станице Крепостной. Глава района внимательно выслушал все просьбы и жалобы и поставил их на контроль для дальнейшего разрешения.